Всем привет! Сегодня 3 мая. После грозы выбрался на рыбалочку. Сильный ливень прошел. Видно, что вода мутная стала. Попробую вертушечку ставить. В прошлый раз хорошо ловила. Летит далеко. Сейчас хорошая погода. Детей слышно, играются. Ставлю теперь крэнк от Спро натуралки с одинарными крючками. Может, лучше будет. Вот тройники цепляются. Пробуем здесь. Есть. На первом же забросе тут. Неужели щука? Нет, форель. Разловили крэнк. От Спро. Классно. Хорошо взяла. Снова радужная форель. Красиво взяла. Все. В домике. И вот наша первая рыбка. Все, вцепилась. Вон отучи какие. Вот, воблер отцепился. Такая вот форелька. Первая наша. Красивая. Хвост покусанный. За ней щука, что ли, гналась уже. Интересно, дождь наш нас стороной обойдет или как? Тучи идут с этой стороны солнца, сзади меня тучи. Что ты будешь делать? Ладно, натуралки не пробовал, кидал в кислотном цветике, а тут натуралки. Разловил крэнк от Спро. Так, пробуем в ту сторону. Чуть-чуть. Ух, какие тучки. Уже ветер начинается. Вот-вот дождь начнется. Домой еду. Думал,
переждать мне без толку, целый час будет, потом уже поздно, тьма будет. Такая вот погодка. Одну рыбу поймали. Летняя погода. Вот. 3 мая. Ого, громко гремит. Все трясет. Да, погода жесть. Град. Лужи на дороге сразу появились. А там солнце. Ужасная погода. Thank you.